покажу, как регулировать, изменять обороты вентилятора на ноутбуке вот таком. Дело остро. Вот я изменил обороты. Нужно установить эту программу. Не установить, а можно скачать, которая переносимая. Там тут нажать на эту вот вентиляторную кнопку. Сначала там нужно сенсор нажать. Вот тут вот. Потом это нажать, и вот тут Custom Auto, и вот тут были, он включался уже при 50 градусов, 300-200 оборотов делалось. Тут тоже 300-200 оборотов, тут уже 400-900 оборотов в минуту, и тут 400-900 оборотов, тут другие обороты он не поддерживает. И я тут вот везде по нолям сделал, а тут сделал 3200, а тут ничего не менял. И теперь вентилятор включается только при достижении 70 градусов на процессоре температуре.